Начинаем сезон рано, 10 августа, многие еще в отъезде. Я представлю музыкантов. Андрей Панкратов, барабаны. Овер Серано, перкуссия. Пата Чакабери, бас-гитара. Асия Шакирова, клавишный. У нас нет звука, клавиш. Слава. О, у нас есть звук. Слава, в мониторе немножко. Убери, наоборот. Так, детишки, приятного аппетита. Так, с нашей музыкой пищеварение улучшается. Эта композиция называлась «Римские каникулы». Так, мы были... Братцы, вы здесь, что ли? А что-то вы только пришли. Они вчера еще пришли. Еще вчера тут.
Соль аккорд на мане, это да? Так, следующая композиция называется «Romantic Man». Thank you.
Спасибо, братцы. Не громко? Нормально. Ваня, Ваня, громко? Нормально? Вот у нас предатель громкости. Познакомьтесь. Иван, 6 лет. Будущая звезда. Осталось немножко. Следующая композиция называется «Больше, чем блюз», «More than blues». Темп, я уже говорил, «Жиган Лимон». Та-да-да-да, ну вот сейчас почувствую. Одесский темп. Thank you.
Можно пригласить народного артиста Мира. Мира. Добрый вечер еще раз. Он недавно сказал «больше, чем блюз». Просто надо было сказать, кто этот человек, который стоит на сцене. Кто с ним стоит на сцене. Да. Ну вот, просто, знаете, когда человек посвящает себе музыку, это самое святое, которое Бог одарил его. Потому что это самое высокое чувство, наряду с этим, любить семью, оберегать
сохранить и обогащать семью своей любовью, детей, жену, и еще заниматься любимым своим делом. Это сегодня стоит, скажем, очень дорого. Но имейте не финансово, а духовно, да. И то, что сегодня вы пришли, вы знаете, я считаю, что это начало, может быть, как было у Би-Би Кинга, как было у многих. Я почему Би-Би Кинг говорил, он мне благословил этот Би-Би Кинг в свое время. И поэтому я хочу, так сказать, уверен, что этот человек тот же самый, скажем, Джефф Бек, который в свое время получил благословение, Карл Сантана и Би-Би, этот самый Поль Маккартни, который получил благословение у этого мастера. Сегодня этот человек тоже делает то дело, которое открывает свою душу для вас, чтобы вы услышали, что у него внутри играет. Это действительно, которое человек каждый может открыть. То, что сюда пришли вы, это самый близкий уважаемого Алексея, друзья, который вы разделяете с ним его радость, его успех, и вот те люди, которые посвятили себя музыку, потому что, извините, пожалуйста, это очень сегодня, очень дорого это, в духовном плане, и что вы делаете. Да. А то, что мы сейчас играем вместе, вам, во-первых, спасибо, что вы пришли сегодня поддержать Алексея. Да. И тем более, я вижу семью здесь, детей. Он очень много детей, у него 11 детей. Да. Это которые официально здесь. Есть еще официальные, они уже большие, взрослые стали. Они зарабатывают деньги, чтобы ну, содержать семью. Чтобы папа играл на гитаре. Вот, поэтому здесь половина детей. Шестеро еще не успели приехать, но они зарабатывают. Еще успехов тебе. Вообще гитары не мои. Да. Вот жена, которая мне сидела. Я лично знаю, вот она давала деньги при мне. Я в Германии видел это. Да. Я видел, Татьяна, при мне она давала деньги на твою гитару. Я лично видел. Да. Поэтому, Татьяна, наше счастье в ваших руках, Татьяна. Я очень завидная жена, бизнес-вумен. Да. Мне повезло. Да, ты, ну, вы знаете, просто он говорит... Да, послушай меня. Подожди. Ну, подождите, ну, вы все слушаете, слушаете, слушаете. Когда мы выходим на концерт, нам говорят, не пойте, расскажите, пожалуйста. Вот Германия, да, мы, да, полчаса я говорил, и через полчаса мы закончили. Вот, поэтому, действительно, я просто, за столько времени, да, я хотел сказать, чем он занимается, вот сегодняшний день, я видел, действительно, он хочет оставить, жизнь, говорит, не наследит, оставит добрый след. Я верю в его будущее, потому что, как я старший товарищ, скажу, скоро тебя будет видно вот так вот, потому что зал будет большой, ты на сцене будешь вот таким маленьким, потому что далеко будет. Народу будет сотни тысяч. Для тебя желаю этого. Я засмущал. У меня сейчас руки затрясутся просто. Как мы сейчас сыграем композицию, специально сочиненную для группы «Учкудук» из Йота под названием «Ветер с востока». Спромт. Тональность сказать или не надо? Да, да. Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Диёк, спасибо большое. Всегда приятно с тобой играть. Ты так заряжаешь, куда? Ну сейчас, подожди, у меня коллегиально, подожди, даже может... Чё играем-то, брат? Давай блюз сыграем. Московские пробки. В Сибикаре, да, в Сибикаре. Кому нравится Сибикар? Может, все-таки на полтончика поднимет? Поезд? Так, передохни. Звездам надо отдыхать. Нравится все. Это мама, Андрей, нам нужно. Гоняет нас. Будет тоже такая чумовая вещичка. У нас будут и мелодичные настроения. Вещь называется «Поезд призрак». Любителям джаз-рока посвящается.
Такой был веселый поезд. Ребята, небольшой перерыв, минут 10. Thank you.
Типа джем, вот Валера там, слава богу, не хотите поучаствовать? А? Так, вот давайте, вот Владимир хочет поиграть. Прочувствуйте. Основной гость. Прекрасный музыкант, молодое поколение, тоже Валерий. У нас еще есть в зале один Валерий.
Валера, но он с акулелем пришел, который не подключается к жизни. Хочешь? Ладно. Можно спеть.
Thank you.
Валер, спасибо большое. А Славик пусть поиграет. Будет, конечно. Славик, пошли играть. Владимир, прекрасный музыкант, просто я в шоке. Удовольствие. Поучаствовать? На чем? На гитаре. Конечно. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Слава. Валера. Валерий Степан. Слава Швили. Я Швили. Я Швили. Так, и Вадим наш солист, все еще, как? Вадим Зыков. Вадим, прекрасно. Вадим, мы доиграем последний наш пару, а то это парочку вещей нам надо играть. Конечно. В нашем концерте. Спасибо большое. О, отлично. Мы играем хорошую композицию. Обязательно. Спокойно, обязательно, обязательно. Да. Мы должны поставить точку в этом вопросе. Композиция называется. Полет над Альпами. Thank you.
Пару недель мы будем играть в этом же клубе. Следите за нашей афишей. И вообще на осень 30-го. Валер, Слава, приходите. Поиграем. Наверху. А? Наверху. По-моему, наверху. Наверху, да, наверху. А мы внизу просто играть будем. Блин, ну что, ну, поменяемся просто. Ты 30-го же тоже играешь? 30-го, внизу. Приходи, да. Вы-то точно придете.
И мы точно придем. Все, спасибо всем. До новых встреч.